Буквально на днях у меня произошла одна очень неудобная вещь. Я уронил гитару, короче, она потрескалась. Я даже не знаю, потрескалось там дерево или только лак. Но так уж получилось, что буквально неделю или две назад я познакомился с гитарным мастером, который занимается непосредственно ремонтом, отстройкой гитар. И вот как раз такого плана ремонтами. Сейчас я вам покажу, что с гитарой. Ссылочку на мастера оставлю вам в описании. И мы с вами посмотрим, что же будет с гитарой после ремонта. Дело в том, что я не застегнул чехол снизу, короче, и когда вышел из машины, она у меня просто вот так вот вертикально вниз выпала прямо на асфальт. И это прям было больно, короче, прям больно. Давайте сейчас внимательно посмотрим, что случилось. Я ее уже немножко зацепил моментом, чтобы просто лак не расползался, мало ли там влажность всякая, я не знаю, как это до конца работает, поэтому решил так сделать. Значит, самое основное повреждение у нас получилось вот здесь вот, видно вот эти вот вмятины прям такие, вот, и от этого повреждения вот здесь вот таким вот образом вокруг гитары идет трещина, да, которая потом заворачивает вот туда вот в отверстие. И следующая косячина появилась вот здесь вот, вот так вот трещина идет сквозь все вот это вот, доходит аж вот сюда вот, то есть там даже видно, вон туда вот она вниз уходит. Ее же, я не знаю, это она же, эта же трещина или нет, видно, короче, вот здесь вот, внутри, вон она там идет. Вот прям, вот так вот вдоль. И насколько это серьезное повреждение, я не знаю, честно. То есть, как бы, вот такая вот обида случилась. Сейчас я ее заряжаю Яндекс.Доставкой, просто прям напрямую мастеру, прям в мастерскую. И какое-то время он ее будет ремонтировать. Но такие телепортации бывают только на Ютубе. На самом деле все происходило вот так вот. Вот, собственно, гитара после того, как побывала у Жени. Просто я даже не знаю, как показать, что, ну, как будто только что из магазина. Вообще никаких намеков на то, что с ней была какая-то проблема. Вот, единственный намек, то, что вот здесь вот теперь нету логотипа Тревелера. Это просто, просто гитара теперь. Да, то есть вот таким вот образом. Я думаю, что результат его работы заметен. Он идеально просто подобрал цвет корпуса, цвет грифа. Гриф он не красил, красил полностью корпус. Но в видосе, я думаю, вы посмотрели. Я сам еще этот видос, если что, не видел. Вот он мне скинет. Посмотрим, что он делал, как он делал. Потому что мне самому интересно, как происходил ремонт вот этого инструмента. Потому что сейчас это просто новое гитара. За что Жене просто огромнейшее спасибо. Ссылочку на него вы найдете в описании. Он, как вы понимаете, вот это был, можно сказать, непростой, я думаю, ремонт. Вот, но он его сделал на ура. Сейчас я ее подключу, посмотрю, что там со строем. Она займет свое место в рабочей, такой сказать, коллекции. Еще увидимся. Пока.